красавицам ход запрещен. Иван Суприков. А все началось с того, что в механический цех пришла делегация службы по связям с общественностью с ее руководителем. Девушки неописуемой красоты. Высокая, стройная, широкой и обворожительной улыбкой прелестных темно-брусничных губ. С немножко курносым носиком и большими темно-карими глазами, как омут, поверхность которого искрится в солнечных лучах. «Призываю тебя к себе». Зачем она пришла, узнали потом. Фотографировать рабочих для стенда, посвященного охране труда. Но, как назло, в момент ее улыбки, подаренной каждому из них, у многих из рабочих начали происходить неожиданные проблемки. Кто невзначай по пальцу молотком стукнет, кто, забыв о подъемнике, поднимает тяжелую деталь или механизм, срывая поясницу. Кто на сварку детали посмотрит, забыв надеть очки, чуть зрения не лишившись. Вовремя в этой проблеме разобрался начальник цеха, сам невольно с одного взгляда влюбившийся в эту богиню. Спускаясь по крутой лесенке, засмотревшись на ее красоту, оступившись, проехал по железным ребрышкам ступенек вниз. Поэтому неудивительно, что перед дверью фельдшерский кабинет после ее ухода выстроилась очередь, а на следующий день у входа в цех появился плакат. Без масок красавицам не входить. Теперь все женщины в цехе, считающие, что объявление касается именно их, входили на производственный объект в масках. Даже кладовщица тетя Маша, достаточно объемных размеров, прикрыла свое веснушчатое, расплывшееся личико голубой материей, оставив на показ красивые щелки весенне-голубых глазок. В результате и в нее влюбились несколько статных мужчин. Так, глядишь, скоро и свадьба будет. Только кого из них выберет? Вот в чем вопрос.